День России – один из самых молодых государственных праздников. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация. На центральной площади Читы с Днем России горожан поздравила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Именно любовь к своей родине позволила многим поколениям наших предков, наших прадедов, дедов и отцов преодолевать те испытания, которые выпадали на долю нашей родины, совершать трудовые и ратные подвиги, творить высокую культуру, литературу и искусство, строить великую страну, мощную страну, сильнейшую державу в мире. И в этот день, в этот праздник особенно, я призываю вас всех следовать этим славным традициям и также достойно, с честью, с полной отдачей, честно служить на благо своей родины. Традиционно в этот праздник юным забайкальцам глава региона вручила паспорта. Свои первые документы получили 9 человек. Паспорт гражданина России вручается Волковой Ксении Евгеньевне. С каждым годом День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны. В этот праздничный день читинцы и гости города взялись за руки и объединились в большом хороводе. Екатерина Станиславская, Влад Шатилов. Время новостей.